Уважаемые депутаты, уважаемый народ Украины. Вчера мы в этом зале дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, снятие депутатской неприкосновенности Сергея Клюева, Сергея Мельничука. Потому что мы показали всему народу, что все депутаты у нас такие же обычные граждане, как все. И они все должны чтить закон. Министерство внутренних дел расследует уголовное дело по убийству Олега Калашникова. В рамках этого дела были отосланы повестки одному из народных депутатов фракции «Оппозиционный фронт» Сергею Левочкину. Они отсылались через аппарат Верховной Рады. Он был вызван дважды на допрос, 25 мая и 28 мая. Дважды он не явился на эти допросы, и дважды он даже не проинформировал, почему. Я хочу обратиться сегодня к спикеру Верховной Рады Гройсману с требованием обратиться к Левочкину и обязать его прийти на допрос. И я прошу всех депутатов поддержать данный вопрос, потому что если господин Левочкин будет показывать, что он избранный, это значит, что он не уважает народ Украины и законы Украины. Это обращение министра внутренних дел к Борису Гройсману с просьбой обязать явку господина Левочкина, который скрывается от допроса. Или ему есть что скрывать по делу об убийстве Калашникова? Есть что скрывать по ситуации с финансированием антимайдана в Киеве?